Пришли в город, хотели купить шампунь от Блох, а света опять нет нигде. Все магазины закрыты, у нас со свет есть, мы даже и не думали, что тут тоже нет света в городе. В аптеке нет света, сейчас пойдем подальше, посмотрим, может где-то удастся что-то купить. Неоновые вывески работают, может что-то работает, кроме вывесок. Тут тоже, похоже, есть свет. В конце квартала там есть еще зоомагазин. Зоомагазин, зооптика. Сейчас поэтому сходим туда. Шампунь мы купили. Будем купать кота. Идешь по улице Ленина. Смотришь так влево, так раз, и тут такая чистая деревня, попадаешь в такой деревенский пейзаж. Улица Кирова, что ли, вот, совершенно без асфальта, без ничего, такая улочка. Это наш магнит сегодня работает, то есть как отключают свет, вообще непонятно. Как-то через дом или через квартал отключают. Купаем котеньку. Купаем маленького. Котеньку купаем. Столько блох оказалось у котеньки. Много блошек. Блошки прямо... Вода прямо коричневая от кружки. Я тебя держу, маленький. Сейчас, маленько, еще две минутки подержать. Шампунь противоблошиный у нас. Ну-ка, покажись. Вот такой хороший. Вот такой, блохи прямо ползают, ползают. Противные блошки, противные, да. Сейчас помоем. Вот. Еще блохи остались немножко. Ловлю блох, сижу. Смотри, какой белый, такой маленький. Смотри, такой маленький. Ты маленький такой, хороший, хороший. Ой, какой ты кусачий. Ой, какой ты кусачий, маленький котик. Ой, ты такой хороший. Ой, блоха, блоха, блоха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все равно блохи. Да? Выбегают на лицо, скажи. Блошки. А? Ой, какой кусачий котик. Ой,